Забавное видео сняли очевидцы в районе пересечения улицы Чичерина и 40-летия Победы. Челябинец придумал новый способ транспортировки ванны. Загрузив верхний багажник своего автомобиля, водитель не придумал ничего лучшего, чем просто привязать ванну к фаркопу своего автомобиля. К счастью, это не закончилось аварией. А вот жителям Магнитогорска пришлось толкать трамвай. Вагон застрял в снегу. Вызволить его из снежного плена пришлось пассажирам и дорожным рабочим, которые оказались недалеко. А вот в Златоусте гололед привел к аварии. Деуматис, москвич и КамАЗ столкнулись на спуске. Пострадавших нет, однако легковые машины в результате столкновения получили значительные повреждения.